Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты. Я Николай Силков. Смотрите сейчас. Образование с комфортом. Школы города обновляются внутри и снаружи. Мы не стоим на месте. Это все с поддержкой государства. Где поставили новые окна. Вам письмо. Всемирный день почты отмечает в Беларуси. Прекрасный повод поблагодарить за добросовестный труд. Пользуются ли услугами горожане? Прочесали Луковую гору. Активисты БРСМ навели марафет на территории ландшафтного заказника. Чтобы у нас экология все-таки не загрязнялась. Сколько собрали там мусора. А также ночная Венеция, новый урожай и выходные в тумане. Синоптики прогнозируют осенний уикенд, когда успокоится дождь. На дворе октябрь, а школы города не перестают преображаться. В учреждение образования Бобруйска и дальше поставляют новые комплекты мебели, а дворы украшают современные спортивные площадки. С подробностями Мария Бересневич. Первая четверть учебного года в самом разгаре. Кто-то вот-вот освоил азбуку, а кто-то уже всерьез задумался о выборе профессии. Чтобы образование было не только качественным, но и комфортным, школы и гимназии Бобруйска продолжают наводить марафет. 17 и 1 сентября встретили в новых красках. Здесь обновился фасад здания и асфальт дворовой территории. И это только снаружи. Для нас, для жителей микрорайона Форштадт, для наших учителей, родителей, детей – это огромный подарок. Поэтому мы благодарим руководство города. Группа продленного дня укомплектована яркой такой мебелью, красивой, чтобы было удобно детям проводить вторую часть дня в стенах школы. Современная мебель также пополнит кабинеты химии и физики. Новая начинка и в межшкольном центре. Начальную военную и медицинскую подготовку здесь проходят старшеклассники со всего Ленинского района. После уроков отсюда выходят настоящие патриоты. Очень много выпускников школ поступают в военные училища, благодарят, приезжают к нам в гости. У нас есть фотографии. Благодаря центру у нас развита помощь и ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда. 11-я школа, что неподалеку на Форштадте, тоже не перестает преображаться. Апгрейд здесь начался еще 3 года назад. За это время изменилось многое. Кабинеты стали уютнее и просторнее, а 3-й и 2-й этажи украсили окна ПВХ. Сейчас пришел черед 1-го. Мы не стоим на месте, это все с поддержкой государства. Мы планируем сейчас вот в этом месяце поменять столы кухонные в обеденном зале, также мебель. Буквально сегодня пришли новые столы, 45 столов. Просторнее теперь стало и в спортивном зале. Условия для достойного образования, как говорится, здесь созданы на все 100. Замене в школе подлежат порядка 80 окон, в том числе и отдельно стоящее здание трудового обучения. Изменения пришлись по вкусу и детям, и родителям. Школа преображается заметно. И облик ее, да, взять вот окна помененные все, и столы у нас меняются. Опять же, столовая преображается. Родители очень нравится, что прогрессирует наша школа. В этом учебном году на преобразование учреждений образования выделено свыше 600 тысяч рублей. Это не только новые окна и мебель, но и благоустройство современных спортивных площадок. По поводу асфальтобетонных покрытий, то текущий ремонт уже выполнен на спортивных площадках. Школа номер 21, школа номер 20, 18, 10, 32 школа тоже выполнена, 26. В настоящее время производятся договорные работы по поводу укладки и текущего ремонта асфальта в школах номер 30 и гимназия номер 1. Школа номер 6 в 2020-м может похвастаться своим компьютерным классом. На это власти выделили более 17 тысяч рублей. Здесь же разместился и новый проектор. На этом модернизация не заканчивается. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск 360.
В стране выздоровели и уже находятся дома более 76,5 тысяч пациентов, которые успешно побороли коронавирус. Зарегистрированы более 82 тысяч человек с подтвержденным COVID-19. Врачи провели свыше 2 миллионов тестов, такие цифры приводит Минздрав. Белорусские медики встречают новую волну COVID-19 достаточно спокойно, об этом сообщил Дмитрий Пиневич. По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения, у врачей уже есть опыт борьбы с коронавирусом, нет проблем с финансированием, лекарственным обеспечением и средствами индивидуальной защиты. Вместе с тем мы возлагаем особую роль на проведение противоэпидемических мероприятий, которые касаются всех и каждого. Касается организованных коллективов, касается работы коммунальных служб, системы образования, конечно же, системы здравоохранения, но еще раз касающиеся каждого из нас. Мы должны принять все те меры предосторожности, о которых так настоятельно просит Министерство здравоохранения. Соблюдать масочный режим там, где это необходимо. Группа белорусских врачей планирует создать сайт поддержки и рекомендаций для пациентов. Ресурс заполнит проверенной информацией от специалистов о коронавирусе, его бессимптомной форме, симптомах, тестировании, лечении и реабилитации. Вопросы, пожелания и комментарии можно отправить на электронную почту, которую вы видите на своих экранах. Диалоговые площадки «Право на оружие» и акция «Красного креста» благотворительная кампания набирает обороты «Как стать участником». Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В стране начали работать диалоговые площадки по актуальным вопросам развития государства. Реформа Конституции, повышение роли местного самоуправления, молодежная политика, социальная сфера и экономика – основные темы для обсуждения. По итогам встреч все предложения будут направлены в Оргкомитет по подготовке Всебелорусского народного собрания. Белорусская АЭС получила разрешение на право выполнения физических экспериментов на малой мощности. После завершения этих этапов рассмотрит вопрос о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока. Госатомнадзор обращает внимание, что перед этим проведут общественное слушание, чтобы довести до людей информацию о ходе и результатах экспертизы безопасности. В Беларуси изменили процедуру получения охотничьего оружия. Со следующего года разрешение на его хранение и ношение будут выдавать на 5 лет, а не на 3, как было раньше. Кроме того, для владельцев оружия увеличится срок действия медсправки. Теперь ее надо обновлять раз в 5 лет. Ранее же медкомиссию надо было проходить ежегодно. Первомайская и Ленинская районная организации Белорусского общества Красного Креста проводит благотворительную кампанию «Ваша допомога». Пожертвовать средства можно до 5 декабря. Собранные деньги пойдут на работу медико-социальной службы и инициативных групп, покупку средств гигиены и продуктов для одиноких и нуждающихся пожилых граждан и инвалидов. Уже в субботу в Бобруйске развернется ярмарка «Золотая осень». Импровизированный гипермаркет разместится вдоль дороги на Горького, 41. Приобрести сельхозпродукцию можно будет с 9 утра до 3. В ассортименте также представлено мясо и рыба. Продавцы предложат саженцы плодовых деревьев и кустарников. Ярмарка продолжит свою работу и в воскресенье. Стали очевидцем происшествия, бьетесь над решением на болевшие проблемы, есть эксклюзив. Корреспонденты «Бобруйск 360» готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. 9 октября – Всемирный день почты. Для более 20 тысяч белорусов это профессиональный праздник. За доставку писем и посылок в нашей стране отвечает Белпочта. В Бобруйском региональном узле работают порядка 400 человек. Максим Кембель тоже отправил карточку. Легендарный хит ансамбля «Песняры Вологда» в 1976 году услышал весь Советский Союз. Спустя более 50 лет, по большому счету, ничего не поменялось. Люди также приходят на почту, отправляют письма, посылки, бандероли, открытки. Пользуетесь услугами почты? Ну, конечно. А какими? Интернет-доставка, допустим. А письма пишете, может, кому-нибудь, нет? Да. А кому? Детям. 9 октября – Всемирный день почты. 146 лет назад появился Всемирный союз, который объединил отделения в разных уголках земного шара. Беларусь – его неотъемлемая часть. В Бобруйске уже по традиции этот день проходит по знакам разнообразных акций. Например, юные горожане свои таланты демонстрируют в изобразительном искусстве. Расскажи, что ты рисуешь? Белпочту. А что такое, ну, почта, что это такое? Это... куда отправляют посылки. А что ты рисуешь? Почту. А кто такой почтальон, ты знаешь? Тот, кто доставляет посылки. И письма.
Взрослые могли проявить свои знания в почтовой викторине. Неправильно ответили – не страшно. Главное – это участие и хорошее настроение. Плюс никто с праздника не ушел с пустыми руками. В этот праздник всем, кто поучаствовал в наших викторинах и конкурсах, были подарены памятные подарки. Ручки с логотипом Белпочта, блокноты, конверты первого класса. Рядом расположилась мини-выставка. Благодаря экспонатам можно перенестись на десятки лет назад. В 20 веке для безопасности и сохранности письма использовали сургуч. Его растапливали, после лопаткой наносили на поверхность и страховой печатью проставляли оттиски. Вот такая технология. Сейчас, когда отправить сообщение можно по одному клику, получить настоящее письмо – знак особого внимания. Урок почты сегодня прошел в 18-й школе. Ребята учили правильно заполнять карточки. В них слова поздравления маме. В этой части, где свободное место, вы пишете поздравления. Сегодня Белпочта – это многотысячный коллектив профессионалов. Международные сертификаты – знак высокого качества оказываемых услуг. Но век современных технологий диктует свои правила игры. Кто не развивается, тот проигрывает. Новый этап – национальная почтовая электронная система. Сейчас идет ее разработка. Данная система позволит расширить номенклатуру электронных почтовых услуг, предоставлять современный цифровой сервис по отправке и получению письменной корреспонденции. Предприятие остается лидером отечественного рынка почтовых услуг, находится в постоянном развитии. В скором будущем почтальоны города и района будут оказывать услуги посредством мобильных устройств в режиме онлайн. По индексу почтового развития за 2019 год наша республика занимает 21 место среди 172 стран мира. Беларусь – один из лидеров посткроссерского движения. Для того, чтобы послания долетели по адресу, трудится почти 24 тысячи человек. В стране больше 3000 объектов связи. Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, этот день – прекрасный повод поблагодарить за добросовестный труд, самоотдачу и преданность почтовому делу. Крепкого всем здоровья, мира, согласия, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. За дело. Актив городской организации БРСМ навел порядок на Луковой горе. Вооружившись мешками и пакетами, 30 учащихся механико-технологического и колледжа имени Ларина прочесали всю территорию. Мусор находили разный, в итоге собрали больше 10 мешков. Мы ходили по всей окрестности, собирали мусор. Бутылки всякие там, сигареты, пачки от сигарет, стеклянные бутылки, пластиковые, упаковки всякие. От молодежной организации БРСМ. Сегодня мы здесь, чтобы убрать хотя бы кусочек нашего города, чтобы здесь было чище, чтобы у нас экология все-таки не загрязнялась и чтобы люди понимали, насколько это важно. Субботник прошел в рамках общереспубликанского проекта «За дело молодежь вносит вклад в наведение порядка на территории своей малой родины». Непогода нынче в моде. Ливень накануне вечером бушевал на переулке Жуковского. Несладко пришлось жителям частного сектора. На кадрах видны затопленные огороды и вода во дворе по колено. В МЧС сообщили, техника на откачку не привлекалась. По состоянию на 6 утра осадки сошли. И снова оранжевый уровень объявлен в Беларуси на ближайшие выходные. Опасения синоптиков вызывает туман. По прогнозу, на большей части территории страны улицы застелит белая пелена. Надолго ли тренд? Анастасия Похлёстова. Завтра в Беларусь придет влажная, теплая воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по юго-востоку республики пройдут небольшие дожди. Ночью и утром будут сгущаться туманы. Ночью воздух остынет до плюс 13. Днем ожидается потепление до плюс 19 градусов. В воскресенье в страну придет атмосферный фронт из Украины. Будет облачно с прояснениями. Пройдут небольшие дожди. Осадки продлятся до середины следующей недели. Жертвами наводнений в центральной части Вьетнама стали 7 человек. Около 5000 жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за паводка на реке. Интенсивные осадки вызвали сход оползней, которые перекрыли ряд дорог. Местами обрушилось больше 400 мм осадков. Дожди вызвали катастрофический оползень в Гватемале. Погибли по меньшей мере 4 человека. Почва на склонах рухнула из-за проливных дождей. В результате сдвига на жилище рухнул валун размером 3 на 5 метров. 8 домов полностью разрушены. Еще 44 здания повреждены или находятся под угрозой. 10 человек получили травмы. Всего пострадали 60. Сильные дожди также спровоцировали наводнения, размыты некоторые дороги. Завтра в Бобруйске будет облачно с прояснениями. Вечером пройдут небольшие дожди. Подует восточный ветер скоростью 1-3 метра в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 17, ночью похолодает до плюс 13. В воскресенье утром и вечером возможен небольшой дождь. Днем столб термометра достигнет отметки в плюс 16, ночью воздух остынет до плюс 12. Анастасия Похлёстова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Следите за новостями в интернете, в соцсетях, мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!